Здравствуйте, мои дорогие! В прошлом месяце мы отмечали годовщину нашего интернет-проекта. Но до сегодняшнего дня мне продолжают идти письма на тему «Алика, я была в отпуске», «Алика, я была в отъезде, я не успела попасть на вашу акцию, когда же вы опять ее повторите? Пожалуйста, 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 нам очень понравились подарки, которые вы дарите, пожалуйста, повторите акцию». И таких писем, на самом деле, пришло достаточно много, поэтому я, посоветовавшись с нашим маркетологом, решила повторить акцию, которую мы проводили в прошлом месяце в честь нашего дня рождения, нашего 9-летия проекта. Да, в следующем году у нас будет юбилей, можно сказать. Вот. И к той акции я подготовила особые подарки, которых мы раньше не дарили. Подарки, которые раньше не участвовали в наших акциях. Это 3 ароматических бальзама жидких и тайские ароматические палочки. Вот эти вот бальзамчики, они вот с такой вот дырочкой. Вот этот живет у меня в сумочке, он уже наполовину использованный. Это такой же по принципу. И третий в виде ролика. Вот этот бальзам содержит эфирное масло дудника, очень хорошо помогает при отекших суставах. Я сейчас им обрабатываю свой сломанный палец на ноге. Вот этот вот бальзамчик, он содержит ценные масла удового дерева, и при этом он пахнет очень приятно жасмином. И третий бальзам, он тоже содержит лечебные масла в составе, которые снимают боль, помогают при головокружении, при тошноте, при укачивании, при всяких болезненных ощущениях, но при этом он пахнет очень приятно лаймом, такой чуть ли не конфетный запах, ну не очень такой сладкий, он такой скорее свежий лаймовый запах. Вот это тайские бальзамы, которыми можно пользоваться в общественных местах. Что заходите к нам на сайт, забирайте подарки, и я жду ваши отзывы. Тот бальзам, который вам больше всего понравится, я добавлю в продажу. А как я пойму, понравился вам или нет, если на сайте не будет отзывов? И вот и последний подарок – это ароматические палочки, которые производятся в монастыре в провинции Чайнат. Они полностью сделаны из натуральных ингредиентов, то есть они не содержат искусственных ароматизаторов и красителей. Это они такие вот беленькие, травяные, у них очень приятный запах. И аромат, который мы дарим, это запах жасмина. У них очень такой приятный аромат у самих, и когда их зажжешь, у них тоже очень такой приятный дым. Ну, считается, что эти палочки отпугивают злых духов, но я их использую просто как ароматерапию, мне очень нравится их запах. Кроме этих подарков также будут тайские специи. Вот если вы смотрите и не решаетесь купить тайские специи на нашем сайте, вы можете пробовать их в акциях. На самом деле я реально была удивлена качеством тайских специй, насколько они отличаются от того, что продается у нас в России в магазинах. Вот, так что, если вы хотите пробовать тайские специи, заходите, выбирайте те специи, которые вам понравятся. И 16 до 31 августа вас ждут еще масса очень интересных, необычных подарков. Также будут подарки из нашего ассортимента. Также наш проект ожидает некоторые изменения. В связи с кризисом и с тем, что рубль просто феерично падает вниз, я не хочу, в свою очередь, поднимать цены. Я начала пересматривать структуру нашего бизнеса, смотреть, где же, как мы можем сократить расходы, чтобы не только не повышать цены, но и на часть ассортимента снизить. Мы уже договорились с большим количеством производителей, там были длительные переговоры на дополнительные скидки, чтобы снизить себестоимость товаров. Кроме того, я нашла очень большую финансовую утечку, которая влияет на оценку товаров на нашем сайте. Это платежные агрегаторы. Увы, в России для иностранной компании проценты просто грабительские, откровенно говоря. И мы уже заключили договор с тайским платежным агрегатором Amis, который принимает к оплате карты любой страны мира. А это значит, что любая карточка, банковская карточка, которая у вас есть, неважно, какой банк ее выпустил, неважно, какая страна ее выпустила, вы можете произвести оплату через платежную форму. Это надежная система, которая защищает ваши данные от посторонних лиц. Также
Эта платежная система, она защищает покупателей от недобросовестных продавцов. То есть, если вдруг вы не получили свой заказ или получили что-то не то, и вы не договорились с продавцом, вы можете просто открыть диспут. Вы можете просто открыть диспут, и компания Амис вернет оплату заказа, которым вы остались недовольны, полную или частично. Кроме того, если вдруг так получится, что вам пришла посылка с уведомлением, где таможня посчитала, что ваша посылка слишком дорогая, они как-то по-своему ее оценили, завысили стоимость и требуют с вас уплату пошлины, вы можете предоставить выписку из банка, где будет видно, что вы оплатили компанию Bestfromtai, или же лучше сделать скрин чека при оплате, чтобы предоставить это в таможню. И это будет подтверждение, потому что, увы, с платежных агрегаторов, которые принимают в России, такие транзакции они не рассматриваются в таможне. А если вы сделаете оплату в тайских батах через Амис, то вы можете предоставить документы и подтвердить стоимость вашего заказа, и у таможни больше не будет появляться к вам вопросов по поводу пошлины. Если вы оформите заказ в тайских батах, для этого в верхнем правом углу сайта надо просто переключить иконку с рублей на баты, то мы вам в подарок положим зубную щетку с углем бамбука. Заходите на наш сайт 16 по 31 августа. Оформляйте заказ своей любимой тайской косметики, оформляйте заказ в тайских батах и получите полный комплект подарков, который мы для вас приготовили.